Профессиональный праздник сегодня отмечают и педагоги, которые работают на ринге, тренеры. Они воспитывают стойкость и выносливость. Наставников именитого клуба «Чинук» поздравил Владимир Королев. День учителя – торжество не только для тех людей, кто связан со школьной программой образования. Тренеры именитого бойцовского клуба «Чинук» также отмечают это событие как профессиональный праздник. С участием этого клуба у нас проходят спортивные праздники, разнообразные мероприятия. Присутствуют именитые спортсмены, звезды белорусской эстрады. В школе номер 205 к спорту относятся серьезно. В одном зале танцы, в другом тренажерный, в третьем гандбол. А в этом зале школьников учат таиландскому боксу. Именитые спортсмены клуба зачастили их к детям. Много хороших детей, много умных детей, которые ходят сюда учиться. Все дети воспитаны очень хорошо. Если ходят в наш клуб, мы их и воспитываем, и учим, как нужно постоять за себя, когда они вырастут. Сейчас «Чинук» — это не только бокс, кикбоксинг и таиландский бокс. Важное место при подготовке будущих спортсменов учителя, тренеры уделяют и духовному воспитанию. Стойкость и психологическая выносливость помогают в повседневной жизни. Задача тренера — найти такую основу, которая поможет мальчику стать настоящим мужчиной. Здесь значительно сложно, потому что детки, им, во-первых, надо все доходчиво объяснить, все показать. Ну и как каждый ребенок, ему хочется побаловаться. Я выступал в клубе К2. Там я занял первое место. Ну, мне очень понравилось. Прикоснуться к традициям и обычаям знаменитого клуба под силу сейчас и любому школьнику. Секрет успеха воинов – желание и стремление. За свои 25 лет клуб воспитал свыше 30 звезд мирового класса. Чтобы вырастить новое поколение звезд восточных единоборств, клуб и набирает ежегодно столь юные дарования. Владимир Королев и Николай Рузавин, агентство «Тельновостей».